Здравствуйте, друзья! Дождливая вечерняя Москва вас приветствует для того, чтобы вы погрузились в перипетии лучшей лиги мира. Мелбет Первая Лига вас приветствует. Противостояние Родины и Динамо закрывает 15-й тур. Итак, Мелбет Первая Лига, 15-й тур, Москва, Сапсан-Арена, Родина, Махачкалинская, Динамо. Поехали! Опасная подача может быть. Продолжается борьба за мяч. И попытка будет пробить. Вот и первый удар в створ ворот. Почему бы и нет? Салтмурат Бакаев. В несколько уровней защитной конструкции выстроила Родина сейчас. А удар проходит через стенку. Ничего себе. Родина, наверное, и 3-0 могла вести. А в итоге пропустила в компенсированное время. И осталась без единого очка. Гордюшенко. Гордюшенко. Бить отсюда можно. Давайте посмотрим. Гордюшенко на очень хорошей скорости рванул, убрал под правую. Впереди у Динамо мало что мы можем вспомнить. Может быть, зато сейчас вспомним, что будет около их ворот. Удар! И еще одна скидка. И еще одна. И еще одна. Но никто не покупает. По этим скидкам и в итоге удар за полноценную цену. И не попадает по воротам. Этот мяч, ну вот, по большому счету, первый опасный момент. И пришел он после удара Александра Клещенко. Завяз в штрафной площади. Бакаев проходит Касентуру. Передача и удар очень высоко, очень неточно. Руслан Фищенко. Храмцов. Передача хорошая в штрафную. Сердеров опаснейший момент. И тянет этот удар Ренат Шакеров. Ох, какой хороший шанс сейчас. Юринцев. Пас в штрафную. Вот она, вот он момент. Сейчас может быть классная передача. Ну как? Как же так? Давайте еще раз смотреть. Вот она передача и... Ну, Гордюшенко, конечно, это умница Гордюшенко. Тонкий футболист, видящий коридоры, поле. А на поле тоже могут быть коридоры. Ох, какая ошибка. Ничего себе. Касентура в штрафной площади. Эгеш Касентура. Дальше идет. И это под удар. Есть удар. И мяч едва не влетает в дальний нижний угол. Ух, какие моменты в самой концовке встречи. Сердеров. Нет, мяч у него. Вытаскивают. Здесь нарушение правил. И желтая карточка еще. Красная. А что, у Сокола была... А что, у Сокола была желтая карточка или это... А, да, была, конечно, на 63-й минуте он ее получил. Это вторая желтая. И теперь главный арбитр встречи дает свисток. Увы, очень хотела Родина сегодня победить, но... Супер момент в концовке был у Мухаммада Султонова. Реализовать его не получилось. Большое спасибо всем за внимание. Любите футбол, и он обязательно ответит вам взаимностью. Удачи!